Тема этого семинара выбрана не случайно, ведь в современном обществе немыслимо воспитание молодого поколения без привития любви к родине, гордости за страну и порядочному отношению к окружающему миру. Растить патриота России, конечно, это сложно, но мы, как библиотекари, которые имеем мощное оружие в своих руках, это книга, слово, литература, мы должны воспитывать детей, именно вот начиная с дошкольного возраста, прививать им любовь к своей стране, к своей родине, быть патриотами своей страны, своей малой родины и большой родины. Как известно, библиотеки проводят активную, в том числе и массовую работу с молодежью и детьми, именно в этом направлении. Через интересные книги, культурные мероприятия, игровые программы, тематические акции прививают молодому поколению лучшие человеческие качества и правильный взгляд как на себя самих, так и на общество. Понимание уроков прошлого способствует построению светлого будущего. Патриотическое воспитание, конечно, очень актуальная тема. Вот сегодняшний семинар позволит нам и поделиться опытом, а может в каком-то смысле поучиться. У тех же сельских библиотек, у них есть тоже очень интересное направление. У нас есть очень интересный проект, как летнее чтение. Мы готовим такие по разным, в том числе и по патриотическому воспитанию, по разным направлениям, брошюрки, где дети должны прочесть определенные книги, а потом они вот в игровой форме, там, в виде викторин, кроссвордов, отвечают на вопросы. То есть если ребенок не прочтет эту книгу, он не сможет ответить. Деятельность библиотек направлена на сохранение исторической памяти и передачу ее новому поколению. Эту важную функцию отметили все участники семинара. Вот такие семинары, наверное, нам дают какое-то направление, наверное, нам дают вот какой-то путь, по которому мы можем с вами идти и как-то сообща вывести наших детей на правильный путь своего развития, потому что с малых лет начинается становление личности. Патриотическое сознание наших детей остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно-нравственного единства общества. И библиотека – один из тех важных институтов, который способен воспитать человека, любящего свою землю и свой народ. Ренат Ибрагимов, Радомир Князев, Архыз 24.